А вы не можете помочь? Я ориентацию потерял. Где-то машина у меня здесь должна была стоять. Моргнула, да? Да, да, моргнула. О, моя машина. Ладно, спасибо большое. А палку не заберете? Да, дайте палку. Может, я на завтрачку положу? Нет, дайте палку. А как вы поедете? Я езжу так, бывает иногда. Вы прикалываетесь. Ладно, спасибо. Ну, пожалуйста. Друг машину оставил. Говорит, сядешь, если устанешь. Сейчас подойду, не подходит что-то. А я не могу определить, в какой стороне она стоит. А она открыта? У меня ключ есть. Вот она. Открылась? Да. Можете подержать? Сяду. А то я устал на ногах стоять. А ты, парниша, далеко идешь? Я сейчас уеду просто. А давай этот... Я ездить-то умею, немножко подвигаем машину, пододвинем, пусть он удивится. Вот смеха будет. Нет, не надо. Так, тогда я сам чуть-чуть попробую. Давай. Так, главное край бордюра. Вот здесь, да? Да. Так, скорость. Точно машин нет впереди? Нету. Все, спасибо. Стой. Что там? Машина есть? Да, там машина. Тут как бы проезжая часть. Назад, да, лучше сдать? Да, давай назад немного. Назад, если сможешь, вообще красавец будешь. А крутить надо руль? Не-не-не, не надо. Бордюр исчез. Где бордюр? Вот тут как бы проезжая часть ты выехал. Сейчас давай назад немного. Еще чуть-чуть. О. Все, стой. Блин, что-то полчаса его жду уже. О. Не заводите. Попробуй завести. Это так, пока он не видит, все равно. О. Да. Классно. Блин, поездить бы. Может, кто-нибудь сядет со мной, а? Я хочу чуть-чуть проехать, вы мне дорогу будете показывать. Чуть-чуть прямо. Ладно, поехали. Назад. Давайте я бордюр буду щупать. Сейчас щупать. Мы съездим за водичкой тогда. Бордюр будем щупать. О. Чего, сядете? Садитесь. Смотрели фильм «Запах женщины»? Нет. Я давно фильмы не смотрю. Мне книги читают. Рок сделаем тогда. Найдем магазин. Давайте, вам надо в магазин. Да, давайте, езжайте прямо. Может, не могу посмотреть. Давайте. Здесь же бордюр есть? Да. По бордюру поеду. Может, не подождите? Может, позвоните другу? Ладно, если что, я проеду как-то. Потихоньку едьте. Хорошо, ладно, спасибо. Слушай, пока его нет, так хочу поездить. Может, кто-нибудь будет штурманом, а? Чуть-чуть, хотя бы 50 метров проедем. Будешь говорить налево-направо. Блин, я давно за рулем так не сидел. Он мне не разрешит. До перекрестка какого-нибудь следующего. Здесь прямо рядом. Хочу просто этот... Что говорите, девушка? Я хорошо слышу. Я боюсь. Она боится. Не бойтесь, я медленно очень. Поездим. Вот я сейчас. Че? Будешь показывать, как... О, завелась. Нормально. Медленно поедем. Я знаю, тут автомат. Пошли, тоже садись. Садитесь, не бойтесь. Я же медленно. Так, руль прямо стоит? Через... Отпускаю. Метров 9 машина прям стоит. Она так припаркована. Сзади. Сейчас. Ну, едьте пока немножко, тихонько. Пока нету машин. Стойте. Сейчас, стойте. Так, сейчас давайте, можете налево заворачивать. Налево. Налево, левее. Все. Теперь правее. Правее. Все, стойте. Прямо. Левее немного левее, сейчас, левее. Да, и вот так вот. Едьте прямо. Все, едьте тихонечко. Правее. Немножечко. Машин нет?
Нет. А машины ровные? Не левее. А то вы врежетесь в бордюр. Немножко левее. Еще проедьте, и я думаю, там уж скоро перекресток можно будет остановиться. Да. Машин нет? Можно погазовать? Нет, подождите. Вот сейчас. Нет машин, да? Нет. О. Стойте, пешеход там. Ну ладно, приедет. Стойте, красный, стойте. Ладно, проскочим. Стойте, красный, нет там машины. Где? Стойте. Машины, стойте. Где? Стойте. Где, все? Стойте, стойте. Стоп, красный. А вам куда надо? Давайте все я вас довезу. Вы меня не довезете. Почему? Я вообще в пригороде живу. Давайте в пригород поехали. Нет. Бензина много, посмотри. Нет. Мало? Да. Я медленно тронусь. Нам сесть внутрь? Ну, можете, да, штурманом быть моим. Мне так, блин, охота поездить немножко. Готово? Нет. Чуть-чуть. Буквально 10 метров. Вперед-назад. А он вообще в курсе? Он просто сам не дает мне. Чего? Да это друган мой. Я-то раньше ездил, я знаю все это. Автомат у него. Это поворотник. О! Я ж все помню, чувствую. Буквально как пешочком. Давай. Давайте. Что? Давайте палку. Может быть, я буду контролировать ситуацию. Садитесь тоже. Давай. Машины есть? Давайте подождем, пока машин не будет вообще. Сейчас полоса свободна. Но я не уверен, что никто не захочет припарковаться. Можно ехать. Ой, очень... Нет, медленней. Все, мы проехали 10 метров. Нет, что-то я не прочувствовал. Давайте еще. Чуть-чуть. Может быть, впереди нет машин? Поедем. Давайте поедем к обратно. Нет, стоп. Нет. Классно. Нет. Машин нет? Есть машины. Где? Все, перекресток. Нужно ехать обратно. Сейчас, давайте мы включим ретро. Все, едем так. Обратно. Машин очень... нет, вы назад смотрите. Машин нет, едем очень медленно. Аккуратно. Остановитесь. Стойте. Ты выехал на соседнюю полосу. Куда? Туда надо? Вот так? Да, чуть-чуть, аккуратно. Вот да. Так, как парковая. Как все, параллельная парковка. Все, да. все, стой, ровно, руль. О, давай еще чуть-чуть. Нет. Вперед, мне понравилось. Нет, я так не смогу. Почему? Вы боитесь? Я очень боюсь. Почему? Давайте еще чуть-чуть. Нет, извините, пожалуйста, но я реально очень боюсь. Мы пройдем 50 метров. Пройдете, да? Да. А если я ударюсь? А мы вам будем говорить, так вы же медленно поедете. Ну я же скорость не чувствую. Я же не знаю, как я... А зачем вы тогда за руль садитесь? Ну мне надо отодвинуть, он меня ругать будет. Он мне сказал, что я один раз так проделал уже, ударил машину. Он сказал, чтобы больше я не ездил. Но я тогда один был и не видел. А зачем вам эта машина тогда? Мне так охота. Я же этот... Я раньше гонял, очень много. А вы боитесь? Да. Почему? Не знаю. Да ладно, не бойтесь. Мы еще маленькие. Вам сколько лет? 15? Ну, 16. Вам 16 лет? Да. А вас двое там? А ей вообще? Сколько? 16. А, это тоже 16. А, вы в школе еще учитесь, да? Вот. Поэтому мы можем кого-нибудь попросить. Мы не сядем в машину. Раньше я ездил, у меня даже права есть. Я нет, не сажусь. А я вас не знаю, я вас даже не вижу. Ну вот видите, я слышу, с вами не знаком, поэтому я не могу сесть к вам в машину. Мне очень хочется хотя бы чуть-чуть этот... Вперед этот... 50 метров только. Тут в гору, тут очень трудно будет ехать. Нет, тут автомат, я знаю. Нет, я говорю, что в гору. В гору? Да. Будете штурманом, давайте. Нет, я не могу на себя такую ответственность брать, извините. Ладно, мы пойдем, нас уже ждут. Ну, я знаю, что вы поможете. Вы такая красивая. Я слышу. Слышите, спасибо. Через 100 метров машина, да? Да. 100 метров, да? Ты забираешься, в конце концов, кто водитель? Вы водитель? Нет, я не могу. Вон там девушка-водитель вторая. Давненько я за руль не садился, конечно. Друг просто не дает мне садиться. Ну, ты не садись. Да ты не заводись только это. Я хочу завести, почувствовать руль. Слушайте, ребята, наверное, не в службу, а в дружбу.
Можете этот чуть-чуть дорогу мне показать? Я назад вперед подвигаюсь. О, мы тебе показали, мы просто торопимся. Или кружочек сделаем с вами. Не, давай так не будем шутить. Давайте интересно. Ну да, интересно. Нет. Нет. Мне так охота этот поездить. Нет. Сколько я могу отодвинуться? А? Нисколько не можешь, машину заденешь. Лучше не двигай. Да поехала, слышишь? Я-то чувствую все, я-то помню все. Это же этот. Не двигай никуда, просто машина рядом здесь стоит. А там вдруг спасибо не скажешь. Да. Ну это да. Ну вот я хочу, чтобы вы помогли мне этот, чуть-чуть. Нет, не надо лучше. Налево там, направо, где надо. Ладно, я поеду все-таки. Я тебе поеду. Сиди здесь, друг, жди. Девушка, ну чуть-чуть. Нет. Так, а сзади сколько метров у меня есть запас? Там метр, даже меньше. Там тоже машины есть? Да, везде машины, вот я тебе говорю. Да, куда, все, стой. Стой. Уже машина? Да, стой. Ладно, спасибо, ребята, за эксперимент, но там камеру снимала. На самом деле, я зря тебя. Я так и знал, Вадим, ну я вас в магазин зато отвел. Молодец. Нет, бачу, знаете, вот кому жизнь надоела, если... С кем-то убиться, я так подумал. Я тоже об этом подумала. Я сразу продумал нажать вам или рычаг. Спасибо, ты была участницей розыгрыша, вон там камера снимала, вон стоит. Мне было так страшно, что это вообще просто... Это был розыгрыш. Он не слепой на самом деле. Зачем вы так делаете? Хотели реакцию вашу посмотреть. А почему вы не сели эту машину? А мы мальчиком не садимся. Да? Даже если он слепой, и вас вдвоем. Ты нас, конечно, разыграл. Ребята, извините, что задержал, если торопились, реально. И спасибо за помощь. Тебя переживали. Ладно, вы молодцы. Давайте, пока. Удачи вам. Рекомендую подписаться на представленный канал, на котором вы можете увидеть глюки и смешные моменты из разных игр, а также иностранный сериал про Слендермена в русском переводе. Чтобы перейти на канал, жми на аннотацию, либо переходи по ссылке в описании. Это же Republic Jokes.